«Прекрасно там, где пребывает милосердие», — говорил один из великих философов. Эти слова как нельзя лучше отражают благородные устремления, свидетелями которых мы являемся. В соответствии с указом президента о помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления, были освобождены 226 граждан. Их с нетерпением ждали дома. О первых минутах встречи в материале далее. Человечность, милосердие, умение прощать. И в эти дни получили яркое воплощение. За праздничным дастарханом все родные и близкие. Более 200 ранее осужденных этот священный день встретили в кругу своей семьи. Среди них и житель Ургенческого района Айбек Янгибаев. Ему дана еще одна возможность начать жизнь с чистого листа. Впредь не будем совершать преступления. Будем служить народу. Я встал на путь исправления. Осознал свои ошибки. Теперь все будет иначе. Проявление гуманной политики страны. А еще лучших традиций Рамазана. Прощать. Также Айбеку Янгибаеву сегодня помогают вернуться к нормальной жизни, найти себя в новом и верном деле. Помилование людей, раскаявшихся в ошибках и твердо вставших на путь исправления, это высшее проявление человечности. Еще один важный шаг – возвращение их к нормальной жизни, обеспечение работы, поддержки их семей. В этом направлении и работаем. Свое 66-летие празднует в семье житель Коканда Бахадыр Хамидов, как когда-то 21 год назад. Столько семья ждала воссоединения. Из-за ошибки одного человека страдали вот так все, кто связан с ним родными узами. Говорят, члены семьи с замиранием сердца слушали указ президента о помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления. Были безумно счастливы, что такой документ вышел в канун праздника Рамазан Хаид. Такое случилось впервые. Я очень рад, и моя семья тоже. Братья, такое счастье. Мы сбились с пути. Нам теперь помогают найти правильный. Из числа помилованных 202 лица освобождены от наказания полностью, 71 условно-досрочно от отбывания наказания. В отношении 39 человек наказание заменилось более мягким. Всего свободу вновь обрели 212 ранее осужденных. Еще у 14 сокращаются сроки наказания. Понимание, прощение. 226 судеб, которые переживают крутой поворот в жизни. И пусть этот приведет к настоящему счастью.